Что, права купили, ездить не купили? Почему? А я откуда... Вы знаете, что я права купил? Откуда я знаю, почему вы нарушаете правила дорожного движения? Откуда вы знаете, почему я так стал? Будучи в форме. А? Тогда лампочки, почему вы так ставите? Ну, вы стоите с нарушением. А при чем здесь люди к закону? Вы должны соблюдать закон, а не нарушать. Я вижу. Тогда вы осознанно и специально нарушаете. Я говорю, то, что вы видите, это одно. Понимаете? Я что-то не то вижу? Что, нарушения нету никакого? 15 раздела. Какое нарушение? Что я нарушаю? Вы стоите при въезде на территорию. Правильно. Ну, а вы знаете, почему что, я так стою? Правильно. Почему я так стою, знаете? Вы правила читали? Я вы закон Украины о дорожном стою, движении. Знаете, да какая разница, почему вы нарушаете? Какая разница, почему вы нарушили? Есть свободные места. Мало, да. Вы имеете право отклоняться от определенных правил с включенным проблесковым маячком. Давайте я вам объясню, почему я так стал. У нас тут проводится учение. И что? И по плану учения я обязан стать перекрыть движение. Понимаете? Что это за глупости? Все. Глупости. А глупости это? Что вы хотите, рабочий? Чтобы вы сняли форму и ушли, нашли другую работу, оставили, как вы скажете, так и будет. Оставили эту должность нормальным людям. Как вы скажете, так и будет. Ну. Вопросы есть у вас еще? Уже пишете рапорт? Да, нет. Прямо сейчас. Или он у вас уже написан? Написан, но без даты, написан, да? Уже. Да? Полковником целым. Курить в автомобиле можно в государстве? Мне можно. Да. Вам можно? Да, мне можно. А ротный знает об этом? Да, конечно. Открой окно и повтори. Видео в YouTube эти кинешь, мы посмотрим. Зачем в YouTube? А я это руководство сначала покажу. Можно ж курить.